Определенно было нарушено. Я бы не стал торопиться осуждать ту или иную сторону. Однако в настоящий момент кажется, что обстрел вели украинские военные. Решение властей Украины пренебречь соблюдением прав человека нарушает не только международное право, но и предписание любого основополагающего закона в любой стране, поскольку мирные люди не должны подвергаться нападениям ни при каких обстоятельствах. На мой взгляд, единственное разумное решение в данный момент ⁇ оставить режим прекращения огня в силе и попытаться найти политический выход из ситуации. Я считаю, это самый разумный вариант действий.